О подвиге уроженца Усть-Цильме Данила Евсюгина рассказали в Минобороны России. Гвардия старший лейтенант, начальник зенитного ракетного расчета, был в воздушной разведке, прикрывая от обстрелов РСЗО и авиаударов подразделения наших вооруженных сил. Около 4 часов утра в небе появились две ракеты реактивной системы залпового огня иностранного производства. Они двигались в направлении наших войск. Отточенные навыки расчета бойца и его профессионализм позволили уничтожить 2 ракетами воздушные цели противника. Всего же за все время нахождения в районе обороны Данил уничтожил 78 воздушных целей.